Мы находимся на европейской неделе мобильности. Все вы видите и наблюдаете, как Ольга Игоревна уходит от реальности. В очках виртуальной реальности. Ей очень классно. Присоединяйтесь к нам. На самом деле все очень по-доброму. Здесь очень много интерактивов. Здесь полевая кухня, здесь концерт, здесь всевозможные экскурсии. Вот мы сейчас были на презентации «Все о трамваях», очень интересно. Сейчас мы зашли в автобус, где нам рассказывают о новом планетарии, который недавно открылся. Несет для нас чаечек. Мы долго стояли у сцены, устали, скушали кашку. Сейчас будем пить чаечек. Спасибо, Ольга Игоревна. Где он? Оп. Спасибо.